Вариант дрожжи. Смешать тихонечко, перемешивать. Тепло. Ставим эту опару на час. Вкусим, да? У нас. Побольше так он даже получается, так? И грязный. Поэтому его нужно промыть. Еще раз промою. Так вот,
было видно было, что здесь еще видно. Вот. Сверху, видишь, какие они получают семечки? Вот. Перенимаю. Сейчас я отниму этот самый конструктор. Видишь, они какие красивые. В деревне у нас мы только вот так красили яички, потому что они, как бы сказать, более экологичны. Нет здесь. Хотя говорят, ой, ну ладно, моя его яичко лопнула это. Ну, видишь, нет скорлупки столько, потому что оно большое, а наверху красивое. Я помню, в детстве нам такие вот яички приносила красиво, так, такие красивые. Моя крёстная Наташа. Она... В другой деревне жила. Такие получались яички. Красивые. Потом там еще водичка там ехала в дом. Теперь еще она приподнимется еще побольше. Мы еще сделаем так вот. Пусть она еще приподнимается. Вот, это самое. Будем так делать сейчас. Или у нас. А ты обтираешь тихонько так все это самое. Не сильно втираешь, а так. Блестяще получается, как вишня. Как вишня лежит. Сейчас я его. Сюда добавляют цукаты. Так, все, закрываем.
Проявим на честно. Он как бы суп поднимается. Видишь, вот там все поднимается. Вот. Хотя, конечно, это делать нельзя. Но нужно терпеть целый час. На 3 минутки. 3 минутки надо. Не до конца. Приходящий.